Шквал оваций и аплодисментов. На сцене 10 особенных девочек. Через минуту одна из них узнает, кто стала принцессой красоты. Вероника любит шахматы, а Катя и Арина изучают языки. Конкурс визиток познакомил зрителей с конкурсантками. Оказалось, что Вика играет на фортепиано, а Ева увлекается фокусами. Девочкам мы сказали, что вы ничем не отличаетесь от здоровых детей. Будет настоящий конкурс, настоящая борьба за настоящую корону, как в обычном конкурсе красоты для обычных здоровых детей. У нас есть две девочки, которые не ходят. Они не ходят даже с поддержкой. Они изъявили желание сами участвовать, даже не родители. Стихотворение Даша посвятила маме. В этот момент жюри не смогло сдержать слез. Конкурс талантов показал упорство девочек и волю к победе. Пока Аня подпевал весь зал, за кулисами Даша и Настя готовились к выходу. Всегда буду петь, потому что мне это нравится. И как тебе, ты вышла первый раз на сцену? Что почувствовала, когда все хлопать начали? Просто как бы я с одной стороны стеснялась, а с другой стороны мне было хорошо, что меня поддерживают. Так как мы не совсем хорошо ходим, нам было очень трудно держать осанку, идти по сцене. И мы теперь хотим стать моделью. Вообще мы настолько благодарны проекту «Михутка». Это вот самый добрый проект. В нашем классе все ребята любят отличиться. Кто рисует, кто поет, лишь бы не учиться. Кульминация стал выход в бальных платьях. Маленьких принцесс сопровождали известные мужчины. Журналисты, бизнесмены и даже призеры Олимпийских игр. Жюри совещалось долго, но решение принять было необходимо. Ведь конкурс самый настоящий. Титул «Маленькая особенная мисс» получила наша героиня Дарья Лукьянова. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком.